Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2012 года выпуска, 2.2 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 100 тысяч километров. Заменю на нем свечи накала. Свечи рабочие, но пробег на 100 тысяч, их не то что даже заменить, их надо выкрутить, почистить и закрутить. Но раз делать такую работу, то лучше поставить новые. Заказали оригинальное, выкручиваю и меняю. Снимаем воздуховод, вот эту часть откручиваем хомуты, ослабляем. Откручиваем здесь сзади гайку, головка на 10. Это у нас идет шланг на вентиляцию. Вот видно наличие масла. И, скажем так, это особенность этих двигателей. Они всегда в вентиляцию подбрасывают масло. Надо посмотреть. То здесь уплотнитель, он потеет именно на этом соединении. Вот оно, резиновое кольцо. Закажу потом новое, и мы его заменим. Потому что здесь видно потение, подпотевание идет. Головкой на 8 откручиваю крышку. И снимаю ее. Снимаем вот эту накладку. Ну а теперь у нас все самое интересное начинается. Не знаю, получится у нас заменить свечи, не получится, не снимая коллектора впускного. Свечи у нас находятся снизу, под коллектором. Ну, кто не пробует, у того не получается. Снимаю крышку с аккумулятора и снимаю минусовую клемму. Вот у нас минусовая клемма. Головка на 10. Ослабляем. Берем ткань, кусочек. Снимаем и под клемму подкладываем ткань. Потому что она, если мы ее в сторону отведем, проводов много, может соскочить и попасть на место.
ткань, деревяшку, что-нибудь такое. Вот я ее изолировал. Ну а теперь будем снимать все по очереди. Нам надо будет снять в том числе и топливный фильтр. Но раз мы его снимаем, мы сразу поставим новый. Снять подачу, обратку, не подачу, а обратку с форсунок. Отвести в сторону. Но опять же, я пока этого сейчас делать не буду. Все-таки попробую сначала снять, подобраться, посмотреть. Сниму корпус воздушного фильтра. Подвод от дросселя сниму. И посмотрю, смогу, не смогу, не снимая коллектора, добраться. Здесь у нас 4 гайки, головка 10. Откручиваем и снимаем вот переднюю вот эту железо-металлическую крышку с топливного фильтра. Открутил 4 гайки, снимаю вот такую металлическую запчасть. Теперь снимаем разъемы топливные, поднимаем фиксатор, нажимаем и сводим. Этот фиксатор мы топим, вытаскиваем. Также поднимаем, снимаем разъем. Этот фиксатор мы топим, снимаем. Так, а вот этот фиксатор мы сбоку нажимаем. Все, топливный фильтр у нас разъединен. Теперь берем шестигранник и откручиваем 3 болта крепления фильтра. Шестигранник на 6. Раз. И поднимаем фильтр. Снизу у нас разъем, его надо отключить. Берем отвертку. Вот он фиксатор, вот этот флажок, отвертка отодвинул, и он спокойненько сошел вниз. Потом, когда будем устанавливать, не забываем его закрепить. Так, теперь мы снимаем вот этот кронштейн, откручиваем. Торкс 30 у нас крепление трубки щупа.
снимаем клипсу от этого пластикового кронштейна. Вот. Ну а теперь откручиваем сам кронштейн. У нас здесь солярочка подтекает. Возьму тряпку, замотаю. Отведу в сторону. И также эту тоже часть замотаю. Снимаем клипсу от этого пластикового кронштейна. Вот. Ну а теперь откручиваем сам кронштейн. У нас здесь солярочка подтекает. Возьму тряпку, замотаю. Отведу в сторону. И также эту тоже часть замотаю. А вот теперь откручиваю вот этот кронштейн. У нас здесь два болта, головка на 10. А теперь откручиваем два верхних болта. Вот этот и вот этот. Снимаем этот кронштейн. Так, кронштейн я снял. Теперь мне надо скинуть проводку, в сторону отвести. Мне нужно убрать вот этот шланг вентиляции, в сторону отвести, отключить подачу на ЕГР с выхлопного коллектора. Тоже посмотрю. Сзади, наверное, откручивать не буду. Попробую не откручивать. Откручу здесь, в сторону отведу. Ну, действуем. Снять вот эти скобы. Ага, все, разобрался как. Вот они задвинуты в бок.
Так. Сейчас попутно разбираем здесь. Так, снимаем разъемы. Для этого мы нажимаем на фиксатор и стягиваем. Также вот немножко его здесь у нас нажимаем и снимаем разъем обратки. Здесь у нас раскрываем. Разъем. Так, ну а вот эту поддеваем. Скобы остаются целыми, мы потом спокойненько оденем все на место. Так, вот у нас проводка отведена. Теперь снимаем обратку. Обратка у нас вставлена. Коллектор. Хотя с другой стороны мы не трогаем пока обратку. Эту снял. Ладно, посмотрим. Возможно, что мы ее не будем трогать. Разбираем пока низ, чтобы посмотреть зеркалом на возможность подлезть. Откручиваем. Головка на 10. Откручиваем верхний болт.